Лучших из лучших палуанов определили в Нур-Султане на республиканском турнире по казахша күрес на призы первого президента Елбасы. Один из них – кызылординец. Призовой фонд составил 80 тысяч долларов. На победу в 8 весовых категориях и звание бас палуан могли претендовать борцы, которые по результатам соревнований за 2021 год вошли в топ-8. По результатам отбора на старт вышли 64 участника. По итогам турнира были определены 8 лучших из лучших. В весовой категории свыше 100 килограммов чемпионом стал наш земляк Махсат Исагабылов.